этой стране. Да, начинал он карьеру в Мальме, оттуда перешел в состав амстердамского Аякса. Ну и потом уже... Ювентус еще был. Ювентус был в его карьере, да. Там он как раз и выигрывал те чемпионские титулы, которые в итоге у Ювентуса отобрали. Нет, ну почему же? В Голландии он тоже начал неплохо. Два титула в 2002-2004 году завоевал. Он и Кубок Голландии был один. Майкон выводит 1-1 на Рона Креспо. Ну, Креспо забить не удалось в этом эпизоде. Мне кажется, отца бил. Вот Креспо очень недоволен. Бьет он со всей силы ногой по бедному рекламному счету. Ну а что тут срываться-то на, так сказать, на инвентаре стадионном? Сам виноват. Были у него моменты очень хорошие.